На конкурс дети читают стихи. Читает ученица 6 Б класса средней школы номер 11 города Ярославля Шигачева Александра, 13 лет, Александр Сергеевич Пушкин, узник. Сижу за решеткой в темнице сырой, оскорбленной в неволе орел молодой. Мой грустный товарищ, махая крылом, кровавую пищу клюет под окном, клюет и бросает, и смотрит в окно, как будто со мною задумал одно. Зовет меня взглядом и криком своим, и вымолвить хочет: давай улети, мы вольные птицы, пора, брат, пора. Туда, где за тучи белеет гора, туда, где синеют морские края, туда, где гуляем, лишь ветер даян.